Во что превратится детский сад, если за него возьмутся участники проекта «Рисующая школа»? В образец экстраординарного интерьера, конечно. В детском саду «Артек» еще совсем недавно стены лестничных пролетов были белыми и скучными. Сейчас сказочную атмосферу создает фантастическое панно. Весеннее море, маяк и парусный кораблик сменяется жарким летом с резвящимися дельфинами, радугой и теплым дождем. Я думаю, что такие картины помогут детям почувствовать радость жизни, радость времен года, природы, окунуться в этот мир полностью. Поднимаясь по ступенькам, складывается впечатление, что как будто не по лестнице идешь, а прогуливаешься по временам года. Так оно и есть. Вот паровозик мчит в осень, а белый медведь приглашает прокатиться на санках в зиму. Совсем другие цвета, но все тот же потрясающий живописный интерьер. Детский садик – это не первый наш проект. У нас была уже школьная комната. Потом мы рисовали подарок для киностудии 50-летию «Артек» фильма. И вот у нас теперь уже и детский сад завершен. И я думаю, что он у нас получился самый красивый, потому что мы старались, мы это делали для детей, мы вкладывали всю душу. Над новой эстетикой детсадовских стен вольные художники, как всегда, работали командой. Пока одни прорисовывали фон, другие оформляли детали. Ребята окунали свои кисти в шумную жизнь, и каждый элемент большой картины обретал необходимую яркость. Вырастали деревья, разливалось море, сияло рукотворное солнышко, открывалась дверь в сказку. Детский сад – это развитие нашего возраста, это мы маленькие, это как бы начало нашего обучения и познания мира. Для чего мы рисовали картины? Чтобы показать детям красоту нашего окружающего мира. Всю прелесть природы, ее изящество, превосходство, все это буйство красок и тонов, это все должны познавать дети в этом раннем возрасте. Смогли реализовать свои творческие амбиции и сами малыши. Они старательно вырисовывали камешки, цветы, рыбок, бабочек, свои мечты. Мечты детства. Паровозик, миска на саночках, детки, елочки, лед, снежинки. Говорят, яркие краски добавляют энергии, улучшают настроение, радуют глаз. Возможно. Но согласитесь, каким бы хмурым ни был день за окном, благодаря этому разноцветному чуду внутри детского сада всегда будет ясно.